Ну что, 25% на джинсы вкопали. Что у нас хорошего? Что нам хорошего Копал приготовил на новый сезон? Ой, какая шашечки. Шашечки. Симпатичная хабешечка. Притом очень плотненькая такая. Так, а девочкам? А девочкам пушистеньким. Что у нас тут? Платьишко. Интересно. Это как раз я в прошлый раз заходила, а тут они готовили новую коллекцию. Вискоска. Очень миленькая. К ней же джемперочек. В общем, что ни говори, это у нас тоже вискоска. Даже на щуп чувствуется. Платьишко. Сжатенькое. Хлопок или вискоза. Так, штаники 499. Размерчик мой. Размерчик. О, а вот это хорошая маечка на каждый день. Должно быть вискоза. Сейчас посмотрим. Да, вискоза 100%. Очень приятная, коротенький рукавчик. Оранжевый все еще в тренде. Штаники 52, 120 крон. За даром. Модняцкие джинсы с дырочками. 120. Слушайте, очень даже можно. Неплохо. 12 евро. Белые. Но цвет белый. Ох, вот эти я штаны мерила. Так они мне нравились. Но так я и не купила их. 80 крон. 8 евро. 8 евро. Это практически за даром, как для Норвегии. Это у нас что? Штаники за 8. Это... Да. Как раз на такую мокрую погоду, как сейчас. Да неужели? 80. Да неужели? Я ж в таких на работу хожу. За 80 крон бегать прям само то. Махрушечка. И уже по 8. Что-то прям я смотрю не совсем. Не совсем, совсем обнаглели такие цены делать. 100 крон, 10 евро. Я такой не помню цены вообще никак. Это у нас вискоза и 25%, но какая прелесть.
нет моего размера, к сожалению. Неужели такое, такие цены бывают? Особенно в Копале. Штаники за 50. Ой, какая прелесть. Да за 60 крон. По дому бегать. 80. Ну, я честно, вы знаете, я столько лет живу в Норвегии. 80 крон в Копале. Самое большое. Ну, 100-150 я встречала. Но чтобы 80 и 50, ну, действительно, наверное, какая-то в стране кризис. Обалдеть. Народ, спешите в Копал. Последние скидки. Это просто потрясающе. Какая прелесть. Люблю вот такие эти самые размахайки. Лепота. А вот у нас уже и новая коллекция. Футболочки беленькие, без них никуда. Милитари тоже. Такое пыльное милитари. Синяя футболочка простая, 199. Боже, ну это то же самое. Платьюшко. Тоненько, он все просвечивается. 599. Это 60 евро. Такая скромненькая кофточка. Качество, не знаю, вискоза какая-то холодная-холодная. Но с длинным рукавчиком. 599. Синяя футболочка. 249. Ну, тоже неплохо. Хоть не зубодробительная. Это у нас что? Это у нас такие штаники. Ну что, по дому бегать в самый раз. Мужа дразнить. 349. Черная классика футболочка. Сколько стоит? 249. Так. Матросы. Вот как-то так. Тельняшка наоборот. Черненькая. 499. Ну это прям, не знаю, похоже на вискозу. Все две вискозы и полиэстер 48. Футболка белая. Черненькая какая-то штучка. 499. Что-то как-то вот плечики они начали делать реглан, да еще с таким буфером. Наверное, для женщин, качающих мышцы. Очень качающих. Какая-то штучка непонятная. Даже не могу определить, что это надо. Какая-то химия, наверное, голимая. Полиэстер стопроцентный. Сейчас глянем для любопытства. Из-за любопытства. Это у нас 70 полиэстер, 15 акрил и 15 вискоз. Я же говорю, химия голимая. Вот еще такой несчастный тельняшонок.
синенькая. Джемперок приятный цвет такой, васильковый. Он, конечно, здесь не очень сильно выглядит, но васильковый. Прям. Даже не знаю, как это сказать. Поло, ну, женское, длинное платьишко. Вот опять какое-то платьишко, чтоб ничего не замерзло. Как говорится, на рыбьем меху. Так себе. Так, джинсы 25. Вот это даже не знаю, что это. Вот это миленькая хбшечка, простеганная. Рукавчик ничего так на резиночке. С капюшончиком. 490. Нет, вру, 599. 60 евро. Да. Вот такие новиночки. Вот это называется серо-буро-малиновый в крапинку. Вернее, в линеечку. $399, ну, в общем, 40 евро. Бегать, спортом заниматься. Вот такие вот штанинки хорошие, на работу у них бегать. Они стретч-эффект имеют, но стоимость 499. 449. 45 евро. Надо ждать, пока скидочка на них будет. Вот здесь еще ветровочки. Очень даже ничего, но это новая модель. 2X 699. Ну, в общем, 70 евро. Булочка, спортом заниматься. Штаники. 349. Такой стретч-эффект. Для спортивных девочек. Такая же замечательная штучка, которую никуда не оденешь, потому что она короткая и будет талию сзади почки задевать. Но стоит 50 евро. Ну, честно, короткая, но если что. Почки можно простудить на раз-два. Вот еще неплохая штука для тех, кто любит зауженное. Как я уже говорила, зачем вам суженное? Возьмите расширенное. 399, в общем, 40 евро. ХБшка с каким-то эластаном. Носочки. Милитари. А это у нас Вик. Новые тенденции. Но мы сюда не пойдем. Детвора радуется. То, что магазин закрывается. Я сверху кустяшку взяла. Заслуженная награда. Кофе.